Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Эй, Морган, проснись, время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. А, слушай, я... Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган, как в старые добрые времена.
Доброе утро, мисс Ю. На крышу сел вертолет. Похоже, за вами прибыл. Вам нужно вызвать лифт. Это нелегко, понимаете? Спуститесь в холл. Ну, вы же в курсе, наверное. Мисс Ю, устраивайтесь поудобнее, и мы взлетаем. Комплекс Транстар совсем недалеко. 25 градусов, небо ясное. Неплохой вид на залив. Приехали, мисс Ю. Берегите голову. Удачи вам. Здравствуйте, доктор Ю. Я оператор научного класса Сивилла 495. У Транстар по всему миру более дюжины высокотехнологичных станций. Даже больше, с учетом лунных. Наши исследования требуют высокой и длительной сосредоточенности. После тестирования я могу выдать вам психоактивный стимулятор, если понадобится. Всем не терпится увидеть, на что вы способны, доктор Ю. Мне точно. Мои инструменты настроены на обработку больших объемов данных в реальном времени. Не волнуйтесь, ничто не будет упущено. Очень скоро вы отправитесь в шаттле на Талос-1. Уверена, ваш брат ждет вас. Добро пожаловать, Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов.
Подтвердите. Морган, наконец. Эй, ты неплохо выглядишь в форме Транстар. Как твой глаз? Красный? Знаю, тесты слегка необычные. Это традиции семьи Ю. Избегать всего обычного. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Не накручивай себя. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Тебе повезло. Через неделю будем на орбите. Обещаю. Мистер Ю, вашу сестру ждут в комнате А. Да. Слушай, просто будь собой. Буду ждать. Жаль, что я не могу показать тебе свой проект. Ну, иди, пока Беллами не потерял терпение. Мэм, вас ждут. Доброе утро, Морган. Я доктор Беллами. Итак, у нас сегодня пара тестов. Возможно, вы к таким не привыкли, но... Поверьте, все будет замечательно. Порядок? Супер. Тогда начнем. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Положитесь на чутье. Ага. Будете готовы, жмите красную кнопку. Ясно. Это вы просто молодец. Теперь перейдем в комнату Б. Так, Морган, внимание. Постарайтесь спрятаться в этой комнате. Не спешите, расслабьтесь, подумайте. Нет, я шучу, у вас только 9 секунд. Если готовы, жмите красную кнопку. Смотрите. Она прячется за креслом. Есть? Синаптическая реакция. Вообще? Нет? Ну ладно. Простите, продолжим, Морган. Теперь в комнату С. Все чудесно. Ладно, поехали. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее и самым естественным для вас способом. Не думая, просто сделайте. Ну, жмите красную кнопку. Извините, может, кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Симмонс? Я установил то, что принесла Тина. Вы проверили? Звук включен. Прошу прощения, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Вы ни при чем. У вас все отлично.
Последний тест. Идите в комнату Д. Кто-нибудь принесите кофе. Будет здорово. Спасибо. Так, Морган, пожалуйста, сядьте за стол. Замечательно. Посмотрите на экран перед вами. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите «Старт» на экране. Хорошо, смотрю, вы освоились. Так держать. О, это сложно. Это не ваше дело, верно? Еще немного. Занятно. Отлично, отлично. Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него. Я спрошу у вас, что вы... это кофе? Тут пусто. Я думал, сын... О, боже! Охрана! Охрана! Алекс. Симмонс, что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Она жива, усыплена. Приберите. Я иду. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Thank you.
Здравствуйте. Нам пора поговорить. Я Январь. Это не сон. То, что произошло вчера, реальность. Если хотите знать, что происходит, сперва выберитесь из здания. Вы в опасности. Симуляции. Идите к выходу. Я буду на связи.
Тифон как Аглазнус. Все называют их мимиками. Смотрите, что подбираете.
Симмонс, что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Она жива, усыплена. Приберите. Я иду.
Уберите! С тех пор, как мимики вырвались на свободу, никто не может остановить их размножение. Я помогу вам выжить. Какое-то время. Thank you.